Война – это самое страшное слово на всех языках мира. Война – это горькие слезы, это смерть, голод, холод, разлука. На предыдущих фотографиях я показал свое патриотическое воспитание. Ведь мне есть на кого равняться. Мой прадед Дорбе Меджит-Сагидович. К сожалению, мне не довелось встретиться с ним, разминувшись во времени. Но я горжусь им, люблю этого человека. И сейчас вам о нем расскажу. 13 июля 41 года, через 3 недели после начала Великой Отечественной войны, он был направлен из маленького аула Панахес на северо-западный фронт в 245-ю стрелковую дивизию. Он был тяжело ранен, по деревне Исаково Ленинградской области, долго лечился в госпитале. За проявленное мужество во время выполнения задания в районе города Старая Русса мой прадед был удостоен ордена Красной Звезды. 18 и 19 августа 42 года в боях за Старую Руссу, находясь под сильным минометным огнем противника, мой прадед восстанавливал поврежденную линию связи. На его участке соединения было перебито в 125 местах. С заданием справился быстро и четко, тем самым обеспечив связь командования, артиллерии и пехоты. В августе 44 года он был награжден медалью за отвагу. За участие в ВСУ-Одерской операции в феврале 45 года помощник командира взвода Дорбе удостоен медали за боевые заслуги. 13 апреля был награжден медалью за взятие Вены. Вместе с боевыми товарищами он дошел до Берлина, где встретил великую победу.